Профсоюз – это лихо, здесь не отсидишься тихо. Под таким названием в Доме культуры УХК прошел конкурс агитбригад среди коллективов профсоюзных организаций, городских предприятий и подразделений комбината. Кто стал лучшим в пропаганде идей профсоюза, узнайте из сюжета Никиты Евсеева. Терком стал инициатором проведения подобных мероприятий сначала для МУПов и других новоуральских предприятий, и лишь затем к конкурсу агитбригад подключились команды УХК. Таким образом, мероприятие получилось общегородским. Это замечательная возможность коллективам сплотиться и поучаствовать в творческих конкурсах. Творческая молодежь, активная молодежь. И мы понимаем, что им нужно свое творчество, ну, во-первых, объединить и выплеснуть. Понимаем, что агитбригады – это актуальные проблемы. Это такой жанр интересный, в котором мы можем усилить актуализацию наших проблем. В конкурсе была одна задача – в течение 5-6 минут показать сценку, исполнить песню или другой творческий номер, который расскажет о преимуществах движения и привнесет идею профсоюзной солидарности и повысит мотивацию вступления в профсоюз. Перед выступлением участники серьезно готовились к выходу на сцену. Мы будем удивлять танцам, чтобы все вступали в профсоюз. Мы делали акцент на текст, ну и на сопровождение, то есть движение. У нас девочки очень красивые, молодые. Надо людям как-то это жить, расслабляться, других радовать. И вот пришла поболеть за нашу команду. Когда придешь ты в колледж к нам, за профсоюз держись. Ведь профсоюзный твой билет является путевкой в жизнь. Всего на суд зрителей и жюри вышло 12 команд. Среди них представители профсоюза неработающих пенсионеров УХК, отделов комбината и городских предприятий. Кто танцами, кто песнями, а кто настоящими театральными постановками радовал зал. В стихотворной форме представил свою агитку коллектив ДК «Новоуральский». Добрый доктор профсоюз в кабинете крутит ус, на прием к нему стремится медсестра и продавщица, и кондуктор, и артист, и уборщица. Всех их любит словно плюс добрый доктор профсоюз. Интересно, на конкурсе выступили работники театра кукол. Агитировали за профсоюз исторические персонажи, с которыми до сих пор трудно спорить. Весело и с задором выходили на сцену представители других муниципальных предприятий города, детских садов, пенсионеры УХК, работники отдела капитального строительства и других подразделений комбината. Участникам и зрителям этот конкурс понравился. Все остались довольны. Победители и участники получили свои призы от Теркома и ОКП-123. Этот уже второй конкурс профсоюзных агитбригад может стать доброй общегородской традицией. Никита Евсеев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.